В этом году мы отошли от последней традиции взятия льда на Чемашурском пруду, потому что в этом году лед там получился не очень, он очень пузыристый, некрасивый. В этом году мы взяли лед, еще изымаем лед из Жесткого пруда. Как художник, как скульптор рисовала я эскиз, особенно вот эту вот партию наших скульптур для самых маленьких стеночек. То есть там, так как у нас будет год петуха, поэтому взяли сказки, которые, которых есть курочка Ряба и петушок Золотой Гребешок. У нас вообще, в принципе, тематика получается сказочная. У нас будут гуси-лебеди, у нас будет морской царь. У нас будет три горки, две большие горочки и одна для малышей совсем. Если нас погода не подведет, то мы планируем закончить 20 числа.